и закрепим мы полученные знания на практике. Я покажу вам, как я наряжала вот эту красавицу. Это моя авторская кукла, которая называется Марина. По этой кукле тоже есть мастер-класс отдельный. Это кукла, у нее есть своя история. Это будуарная кукла. Я придумала ей легенду. Она цирковая актриса, канатоходка. И поэтому у нее такой яркий наряд, яркий праздничный. Такие красивые ботиночки. И очень гламурная шляпка, цилиндр. Так вот, я покажу вам, как нарядить эту куклу. Как сшить прямо на кукле, как на муляже. Очень и очень подробно. Будем каждую тряпочку прикладывать. Покажу, как каждая тряпочка закреплена. Последовательно, как я создавала этот образ. И как сделала вот этот цилиндр. Вы можете свою куклу нарядить точно так же. Этот мастер-класс, несомненно, будет очень полезен начинающим кукольным мастерам. И вы теперь не будете теряться. Будете знать, с чего начать. Вы не будете в растерянности бессмысленно ходить по стеллажам в магазине ткани, а конкретно будете уже знать, что именно вам надо и как вы будете делать, создавать наряд вашей куклы. После этого мастер-класса вы точно будете знать, что не все ткани подходят именно для создания образа авторской куклы. Есть правила, с которыми я вас в этом мастер-классе познакомлю, и вы будете в курсе.